لا تمشي مع شيخ واحد في القرآن, شيخ واحد تسمع له دائما. То есть в основе своей, чтобы ты был с одним шейхом. Допустим, в Коране ты постоянно одного и того же чтеца слушаешь. في العلم تأخذ شيخ واحد. То же самое касается знаний. Берешь. تأخذ كل ما لديه من علم حتى تنتهي بعدين تنتقل للثاني. Берешь все, что у него есть знаний, и только после этого переходишь к другому. هذا الآن قال أنا أعكف على دروس بن عثيمين رحمه الله. Допустим, кто-то говорит, я слушаю постоянно уроки шейха бин Усеймина, напоминает его Аллах. Эш يخرج هذا. Кем он выйдет, то есть кем он станет? Бин Усеймин رقم 2. Ибн Усеймин номер 2. Сахих. Так же. لكن يأخذ هنا بن عثيمين وهنا ابن باز وهنا فوزان وهنا فوزان في النهاية لا يخرج بشيء. Или а другой человек, допустим, там берет что-то Ибн Усеймин, что-то Аль-Фаузан, что-то Ибн Баз, и потом выходит, что ни с чем в итоге. Да. إذا أخذت علم من عالم, عالم واحد خذ. وهكذا كان السلف. مدرسة يقول مدرسة ابن عباس, طلاب ابن عباس رضي الله عنهما. هذول طلاب في ايش؟ متخصصين في ايش؟ تفسير. طلاب ابن عمر غير. نعم. И так поступали салифы, говорит. Допустим, говорит, это школа Ибн Аббаса, которые были специализируются на чем? Специализируются на толковании Кур'ана. Ибн Умар по-другому. У каждого была своя школа, так скажем. لا. هو يظن أن العلم في WhatsApp, في YouTube. هذا ليس علم. Не, он думает, что знание в WhatsApp и YouTube. Нет, это не знание. علم تسمع, تختبر, تراجع, تحفظ, تدرس. Знание это когда ты слушаешь, когда ты проходишь экзамены, когда ты повторяешь и преподаешь. А это просто как бы общее сведение, когда ты смотришь, что общее знание, поверхностное.